Мы находимся в Астраханской области, Карабалинский район, КФХ «Новиков», сортоиспытательный участок компании «Сингента». Я хотел бы вам вкратце рассказать про систему защиты томата. Мы видим, что томат находится в прекрасном состоянии, по болезням проблем нет. Листья чистые, листья здоровые, завязи хорошие. При высадке был использован препарат «Юниформ». «Юниформ» работает очень хорошо по всем корневым гнилям. То есть при высадке томата практически рассады потеряно не было. 99,9% рассады прижилось, томаты дружные, ровные, урожай будет хороший. Климат засушливый, но тем не менее, бывают и перепады температур, и дожди, и, естественно, без средств защиты фунгицидной группы томат не всегда получается. Поэтому здесь никто не рисковал, работали препаратами также компании «Сингента». Первые обработки две было проведено «Редамил Голд» 2,5 килограмма на гектар. Почему «Редамил Голд»? Потому что растение развивается, препарат системный, и мы получаем защиту всего растения. Затем также была проведена обработка системным препаратом «Ревустоп», более мощным, так скажем. Также была проведена обработка квадрисом